Всем привет, ребята! Здравствуйте, с вами Братуха, и это игра Варроботс. Я хочу передать большой привет всем тем девушкам, которых я нечаянно, или, возможно, умышленно, или вообще там когда-либо обидел. Прошу прощения моих, как сказать, моих обиженных, не моих обиженных девушек. В общем, хотел бы попросить прощения у всех обиженных девушек, которые я обидел. То есть, ну как, я... Да, я обижать умею, а вот просить прощения не умею. Ребят, девушки, простите меня, пожалуйста. Это все, знаете, от плохого воспитания, вот, от плохого образования, от того, что я, ну, наверное, живу в России где-то там. Вот, я дикий, дикий обезьян. Вот, простите меня, девушки, пожалуйста, мои дорогие девушки. Вот, ну-ка, одной бы девушке я бы на прием бы. Ходил бы с удовольствием. Простите меня, девушки мои дорогие, простите. Горячие вы мои. Еще раз. Ну, а мы, смотрите, вот так вот, вот так вот делаем. Вчера заходили на ремастеринг, мои дорогие, да. Я, кстати, сначала давайте начнем с того, что я снимал вчера на телефоне. Отыграл я, ребята, на телефоне, хочу вам сказать, так же, как и на компьютере. То есть, типа, ничего такого интересного, да. Вот, но с результатом хорошим. О! Вот, с хорошим результатом. И, разумеется, мне уже похвалили, и Миша написал, теперь тебя Гликман не сможет называть читером, когда ты его отпиздишь и так далее. Ну, в игровом плане, конечно. Вот это ладно. В общем, ребят, действительно, на телефоне играть непривычно было, на компе куда привычнее играть, нужно, потому что привычно, да? Но если пересажусь на телефон, то, разумеется, там играть через недельку привыкну. Также еще будем не забывать, что я могу подключить к компьютеру, вернее, к телефону, мышку и клавиатуру, поставить вот сюда к компьютеру, читать здесь комментарии, а играть в игру. Дальше еще хотел бы сказать, что вчера я видео заснял на телефоне, и мне уже ребята пишут, что братуха, снимай на компьютере, мы хотим видеть твое лицо. Ну вот оно! Вот мое лицо! Ну вот оно! Русское глупое свиное рыло. Вот так вот. Не то, что наши заграничные друзья. Вот. Футуристический нуклеон улучшить до уровня 7. Ну, недаром я в ФСБ работаю. Все знаем. Везде ведаем информации. Выше крыши. 1060 урона плюс 100. У нас будет прибавка к урону нуклеона. Будет он строиться 20 дня, 20 часов. И строится он 6 миллионов. И здесь я, ребят, скорее всего, вот вы меня будете ругать, а я буду крутить за рекламу. Что самое интересное, мне парень сказал один, что это такая система специальная, крутение рекламы, что типа здесь тоже идет деньга. Деньга идет проекту, и запросто можно вот таким образом крутить рекламу. Ну, честно сказать, я удивлен, но почему бы и нет. Так, мы хотя бы сохранили один день, ребятухи мои. Один день сохранили. Вот. Сегодня на стриме будем открывать сундук, как уже на моем видеоролике стало известно, да и ВКонтакте вы следите за новостями. Стало известно, что двойной шанс теперь будет выпадение робота Хоука за 300. Вот, подарите мне дочь тракториста. Вот, чтоб пожестче была с кнутом. Space UA, ребята, приглашает меня во взвод. Опять UA, ну просто вообще жесть, куда ни плюнь. У нас тут еще и серебро дают, обалдеть, ну тут рекламы нет. В общем, прокачали мы, ребята, полтора дня на рекламу прокачали. Ну, у меня пока есть серебро, но фармится, и вот задания у нас сегодня, вот они задания, и, конечно же, я их сейчас начну выполнять. Ну, уже в 2 часа дня надо было зайти в игру, но я почему-то спал на обеде, 8 часов, так. И давайте пойдем в бой, здесь у нас какая-то реклама, Хаук в постставках выпадает чаще. Вот, с 3 по 17 за 300 монет, ребята. Так что желаю удачи. Ну, честно говоря, не знаю. Вот у нас выполним задание, будет 330, и мы за 300 откроем, будем надеяться, что нам выпадет робот Хоук. Да, и что мы будем с ним делать, я не знаю, наверное, прокачивать, фиг его знает. Ну, а мы давайте пойдем в бой, перед этим съедим бустер, посмотрим, кто у нас сегодня попадется. Бустер съедим на полчасика, потому что 3 боя занимают примерно полчаса. Идем, ребята, в атаку, на смерть, и... Покупка? Ух, у меня жена тут покупает. Зараза. Так, берем мы еще пока что
действующие пушки. Спарк, два спарка и скорж. Ну, давай, что ты не бежишь-то, ёпта. Ну, побежал. Пока они еще имеют боекомплект на 15%. И дамаг на 15% у них есть. Напоминаю, что разработчики замахнулись топором на вот это вооружение, которое сейчас я играю. Понерфить не только дамаг на 15%, но и саму обойму. Что говорит о том, что еще, знаете, 15%, то есть если вы 100 тысяч наносили с обоймы, то вы не будете наносить 15 тысяч. Плюс еще сократили дамаг. То есть там все 30-40 тысяч вы добивать не сможете. Но, к сожалению, надо как бы прокачивать новое вооружение. Всем прекрасно понятно и известно, да? Мы сейчас будем убивать Мухаммада Мурада. Мухаммад Али, конечно, очень хороший, великий боксер, я бы сказал бы. Великий боксер. Тут, к сожалению, да, вот так, знаете, заболел, да. Очень хорошая история, когда Мухаммад Али бился с парнем, и парень его калечил. И Тайсон сказал: я тебя, блядь, за Мухаммада Али порву. И он его порвал. Да, хорошая история. Кто, ребята, не знает, очень интересные истории в Ютубе все найдете. Я очень люблю Ютуб смотреть. Ля-ля-ля-ля-ля. Вот еще один РС. А нет, не месяц, прошу прощения, а он на криво пушках. Кстати, интересная сборка. Но почему-то как-то. А у меня, смотрите, и кончилась боезаряд. А мы давайте включим наше сопротивление. Вот в грубой форме мне ответили. Странно. И Дисмус у нас почему-то не стал брать маяк. Странное дело. Вот мы сейчас выходим, у нас сопротивление 300. И Лис, смотрите, Лис у нас. Ему надо стрелять, а вот видите, он не может в меня стрелять, когда у него способность. Вот, а я могу. То есть он в любой момент выходит из способности и умирает. Все готово. Вот. И Кинг Элтон. Дед. Ух, нифига Ареса его расмолотил, ребят. Кстати, Ареса, если снарядить нужными пушками, это страшный робот, я вам хочу сказать. Но, правда, на него надо вот пилотика такого хорошенького подставить. Лис, смотрите, второго робота уже выводит. А меня убили. Включаем, ребята, Равану. И вперед мы выиграем, судя по маякам. 10 500 возбудителей, представляете? Мне даже один парень сказал, ну тоже написал: братуха, крути по 100, а то возбудителей там накопишь, а то их не будет, по 300 будешь крутить. Вау, отвалился кусок. Вау, как красиво разложился титан, ребята. Произведение искусства, блядь. Серьезно говорю. Магна 10 у нас. Тихонечко давайте к ней подходим. И поехали. А, блин, она меня засекла. Ну, давайте Артура тогда херачить. А то еще дойдет гад до маяка. О, привет, братан, поворачивайся боком. Боком. А он задом, он передом. Щит закрыл такой. Лопух. Ну, ничего, бывает.
Миллион восемьсот. Получить. Еще раз получить. Отлично. Ну что ж, ребятухи, нам остается только за рекламу крутануть десяточку. О, какая игра была хорошая. Вообще, мы победили быстро, да? Там Титан. Ну что, из этого боя я ничего там не заметил. Единственное, что красиво, вот ноги Титана так упали так, и разложились. Обалдеть. Тут 55 за 60 продается, 1 час осталось. Надо обязательно зайти с аккаунта купить с телефона. Здесь я не могу. Ну, по 55 рублей пиксоникам можно донатить. Ну что ж, ребята, идем во второй бой этого вечера. У меня кофеёк, кстати, был сделан сегодня. Я закидывал, такой лёг на кровать, закидываю видео. На телефон рядом поставил... Да, и, короче, поставил этот рядом кружку с кофе. Думаю, сейчас буду работать. И уснул нахер. Вот в 7 часов только вечера проснулся, уже 8 вечера, вот снимаю видеоролик. Герман против нас. Герман. Германия, да. Вот. Ох, ни хрена, парень, сработало умение. Ушел в астрал, как говорится. Вернее, в инвиз. Ушел в инвиз, парень, и телепортнулся обратно. Так интересно вышло. Красный дракон. Редкость в боях, ребята. Я вам серьезно говорю, я включил зачем-то. Ох, на чем он? Что-то парень тут у нас забыл. Интересно. Ох, как красиво. Обалдеть, ребят, это красиво. Красного дракона. Я ребятухи редко убивал. Смотрите, еще один хлопец у нас. У меня, кстати, ё-моё. А у меня, кстати, это. И все уже. ХП кончается. О, сейчас меня убьют. Раван МК2, ребята, идем в атаку. Герман. Тыщ, 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 тыщ. Давай, ребята, убиваем его. Ну, Раван, иди сюда. Захватываем, ребята, маяк. Давай, 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 давай. Иди сюда ко мне, сейчас будем тебя клепать. Ой, он падает. Ну давай, падай. Я спасаю. Спасаю тебя. Тут меня пытались убить. Отлично.
Простите, ребята, к сожалению, есть маленькие проблемы со здоровьем. Кстати, я остаюсь на больничной с ребенком, с Танюшей. Танюша, к сожалению, заболела. Вот. Сегодня сопельки. Вот, они не знают, что делать. Мы их располовиниваем, растягиваем. Да, вот так у нас дело происходит с титанами. Знай наших. Как жопа чует, что я к нему подбегаю. Мы ему щит покоцали маленько. Отлично. Ну что, дракона берем. Все нормально. Я чувствовал, что по маякам все в порядке, но взглянул сегодня в этом бою только первый раз. Отлично. Но отличного-то отлично, отличного мало. Надо идти маяк забирать. Пиксоник, мы победили! Все время, когда выходишь из боя, тебе напоминают, кому принадлежит игра. Увеличиваем награду, ребят, за рекламу. Два миллиона 341 тысяча урона. Ну, в принципе, нормально. Нормально. Здорово. 1 601 946. Ну, круто, что. Герман Шварц. Швенц. Из Германии, пацан. А мы его уделали. Мы его, да, зафинтифлюхлили. Зафинтифлюхлили мы его. Вот так вот, ребята. Поиск игроков. Среднее время ожидания 4 секунды. Фантом МК2, вперед. Вот так вот! Главное мимо не пролететь. О, я был близок. Тут, короче, парнишка вышел из своего сумрака. И братуха решила побить этого парня. А раз парень вошел в этот сумрак. Ну, братуха все равно решает добивать этого парня. А, там помощник пришел. Мистер Дре. Мистер Дре. Ай-яй-яй-яй-яй. Ныряем в каналах. Бульк. Да, мы утонули. 10 тысяч возбудителей. Опа, у нас проблемы. Что такое? Он стоит на месте или что с ним? Что с ним не так? Я пропустил тот момент, когда он меня начал стрелять. Прошу вернуть моих полробота. Попробуем поверху пройти. Hmm.
Отлично. ПЛКЮ. Опа, готово. А вы говорите, лича надо нерфить. Блять. Да, его надо нерфить. У меня способность будет больше или меньше? Успеем мы его убить? Ну, пожалуйста. Нет, мы его не успели убить, ребята. А, давайте брать лича. Ох, что-то у меня там проблема, знаете, как бы. Офигеть, вы что, охренели там все, что ли? Вот это да! Я там один отдуваюсь. Валяю всех направо и налево. Тут у нас, блядь, вот такая вот ситуация вообще, жесть. Чё за люди такие наглые вообще? Маяк домашний отжали. До ластенда его довел? Довел. Я надеюсь, дракон упадет, его ёбнут. А я сейчас займусь этими личами, которых надо нерфить. О, блин, простите. Простите, простите. Простите, товарищ, товарищ. Давайте. Давайте мирно разберемся. Давайте. Пожалуйста. Иди сюда! Сюда пошел! Да! Вот так, другое дело. Такой нифига наглости сколько, а? Вперед! Бульк? А, лечилку давайте включим. Пожалуйста. Ей, я ушел в астрал! А, он тоже, кстати, включил. Да. Он меня убил, что поделать? Мы проигрываем, опять тут проблема. Я смотрю вообще обалдеть. Как так воюем, а, ребят? Ну что такое? Все маяки да маяки воруют. Гады вообще, да? Валить надо, что с ними делаешь-то? Че церемонишься, я не понимаю. Валить надо, красноперы. Что ты с ними делаешь? Сусульки с ними сусулишься. Вот стой тут и контролируй этого парня, я дальше полетел. Вперед! Вот что тебе его не убить, что ли, а? Ладно, помогу, хрен с тобой. Огоньком. Да, пулеметчиками, пока их не понерфили. Отлично. Ну все, я за маячком. А, блин, он же тут сейчас выйдет. Ну хотя бы сколько-то там маячка, да, захвачу. Что там он не включает? О, все, включил. Все, мне пиздос. Ребята, мне пиздолец. А, я хотя бы спектр убил. Вот это вообще огонек. Это блиц? Слушайте, бежит как фантом. Опять за маяком заначим? Нет, блядь, нифига. А все, у меня нет больше робота. Обалдеть! Там внизу парень. Нет, наверху бегает сейчас моего. Давай, ребята, бьем его. Ну, конечно же, мой титан фуфло. Прощайте, я сам упаду. Все пушки оторвали, вы видели такое? Да, такие новости страшные там у нас. Ну что ж, ребят, у меня ботов нет. Нас разбомбили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, как лагает. Даже с чужого робота сидишь, смотришь, лагает ужасно. Обалдеть, вы представляете, вот это лаги. Ну, я не знаю, может как-нибудь кэш освободить в этом PLD-плеере. Хрен его знает. 2700, я в топе, но мы в жопе. Следующий бой, ребята, идем. Ну, конечно же, против всех можно тащить, брать операцию. Но там скучновато.
Фантома берем сейчас. Смотрите, за нас играет... сейчас решим. Из клана Горизонт. Джонатан 90. Клан Брат играет с непонятным никнеймом. Ну, да, видимо, школьник. Да, наверное. Чё я застопорился-то? Что самое интересное, я вбежал в центр, а у меня нет ни капли сопротивления. Представляете? Ну и разумеется, что с моим роботом стало? Дураку понятно, да? Роботу пиздец. Сейчас мы Равану покоцаем. Не, ребят, надо на море ехать. Вперед! А, не надо! Сейчас решим. Ай-яй-яй, тихо-тихо, взлетаем. Дракона сожгем, давайте. О, блядь! Его и так хлопнуло. Давай, убьем тебя сейчас. Телепортируется, сука. Скорпион. Да-да, мы вас слушаем. Кто говорит? Нет, вот скажите, вот как вот это вот дело происходит? Как они прыгают и прыгают, используют это? У нас... 5 маяков забрали. Вы все это представляете? Ну, давайте, раз мы проиграли, чего ж там. Побежим лево, схаваем. Маяк брать не будем. У-ху. У парня что там уже, ничего не осталось, раз он лево берет. Дракона. Взлет. Назарет. Кстати, Назарет это что-то из Библии, ребята. Напишите в комментариях. Очень интересно почитать ваши комментарии по этому поводу. Насколько вы подкованы, мои дорогие? У, блядь. Вот в инвиз ушел. Ай-яй-яй. Не, Лича надо нерфить срочно. И Штормы тоже. Обязательно. Поражение. Опять проиграли, мои дорогие, опять. Опять просрали. Ну как так жить-то? Ну вот так вот, ребята, вот так все равно, да. 246 тысяч серебра мы получили. Ну, нам предлагают за рекламу посмотреть. Гори пердак у того, кто не любит смотреть рекламу у братухи. 1 800 000. Ну, мы опять в топе, да. Но мы в жопе, потому что Best нас выиграл. Он с iOS-а. Вот такие вот у нас, ребят, пироги. Скоро будет у нас... А, кстати, я забыл сказать, что вначале. Входил я вчера на тест-сервере в Remastered. Вот. И дракон там, ребята, у Минк, ну вот эти двигатели, прямо красота, красота. Красиво. Ну и вообще, сам эффект выглядит легче, проще. Действительно, игра, наверное, выйдет на новый уровень, будет легче и проще играть. А мы с вами на сегодня закончим. Приходите на стрим сегодня вечером после 22:00 и будем знать, что у нас выпадет. Возможно, выпадет... модуль, а возможно и робот Хоук. С вами был Братуха, подписывайтесь на канал, лайки, дизлайки, комментарии, оп-оп, и ваше мнение очень важно для нас. Пока-пока.